После скандала с французским миллиардером Пьером Андюраном Виктория Бонни решила отвлечься от негатива и позволить себе отдохнуть. Бонни отправилась на солнечные Мальдивы в компании друзей. Среди них можно увидеть итальянского манекенщика и постановщика дизайнерских шоу Марко Феррера. Марку 27 лет, и он успел многого добиться на своем поприще. К слову, в инстаграме манекенщика можно увидеть откровенные фото не только с девушками, но и мужчинами. Как познакомились Бонни и Марко, пока остается загадкой. Как только в микроблоге Виктории появились совместные видео с Феррера, ее подписчики тут же стали предполагать, что между Маркой и Викторией роман. Однако на этих роликах Бонни и Феррера не проявляют друг к другу романтических чувств. Похоже, что они всего лишь весело проводят время, дурачась на пляже. Помимо всего прочего, Виктория Бонни не забывает демонстрировать стройную фигуру в купальниках разного фасона. «Как вам мой загар? Уже виден мальдивский оттенок?» Интересуется она у подписчиков. Напомним, недавно Виктория жаловалась поклонникам, что на протяжении последних 2 лет испытывает проблемы в личной жизни. Она призналась, что ей необходим сильный мужчина, который станет для нее опорой. Возможно, подобные мысли стали посещать Викторию с тех пор, как у нее не срослись отношения с миллиардером Пьером Андюраном. «Я редко показываю слезы и редко кричу от боли так, чтобы слышали другие. Но это не означает, что я не плачу и мне не бывает больно. Я мечтаю стать слабой и встретить настолько сильного мужчину, чтобы больше не приходилось играть роль сильной женщины. Уверена, многие поймут меня и разделят эту боль одиночества, которая съедает меня вот уже несколько лет», — написала Виктория в инстаграме. Виктория Бонни: «Боль одиночества съедает меня уже несколько лет». Подписчики Бонни оценили ее откровение, многие даже признались, что увидели Викторию с другой стороны. Напомним, год назад Виктория Бонни рассталась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смёрфитом. Паре удалось остаться друзьями во многом ради общей дочери Анджелины. Ходят слухи, что в скором времени Смёрфит расстанется со статусом завидного холостяка. Алекс уже успел познакомить новую избранницу, шведскую модель Натали Синквист, с родителями.